И снова всем привет. Продолжаем гулять по Москве. Сейчас мы приехали в Москва-Сити, находимся на станции метро Выставочная и планируем побывать на смотровой площадке в одной из башен. Сразу перед нами пешеходный мост Багратион. И здесь вот у нас башни Москва-Сити. Вот так вот выглядит мост Багратион. А это Москва-Сити с набережной. Добрались до башни Империя. На 56-м этаже этого здания расположен музей «Смотровая Москва-Сити». И давайте посмотрим, что он из себя представляет. Итак, отправляемся на 56-й этаж. Итак, смотровая площадка в башне Империи предлагает вам ознакомиться с историей строительства Москва-Сити и, естественно, посмотреть на город и соседние небоскребы на высоте более 200 метров. Каждый час здесь проходят экскурсии, на которых вам рассказывают о высотных строениях Москвы и подробно о каждой из башен делового центра и о комплексе Сити в целом. Вот пара фрагментов экскурсии. Вот этот вот экран, это концепт того, как архитекторы видели город будущего. В 20-х, 30-х, 60-х годах они предлагали свои идеи писать современный ландшафт города. Ну вот проект «Летающего города», «Летающего небоскреба» — все это, конечно же, фантастика на все деньги. Прямо перед нами высотка Федерации Восток, 374 метра на 197 этажей. Самое высокое жилое здание в Европе. Помимо экскурсии вы можете посмотреть фотографии хода строительства в специальные глазки, взглянуть на архив с информацией о строениях комплекса, интерактивный экран, здесь можно посмотреть все объекты Москва-Сити, которые проектировались, а также которые были реализованы и будут реализованы тоже. Есть фотографии, есть видеозаписи, история. В отдельном помещении можно посмотреть вот такой ролик. На высоте 215 метров. Пари над городом. Взгляните на него с высоты чего-то. Вспомните, как он развивался, как рос. Узнайте, как будет. Thank you.
Еще здесь есть экспонат под названием «Голос города». Вы подходите к телефону, поднимаете трубку и слышите голоса известных людей, которые рассказывают о Москве. Давайте немного послушаем. Я Василий Уткин. Когда вы поднимаетесь на эскалаторе из метро Фрунзенска, это один из самых длинных эскалаторов. Я очень хорошо это знаю, потому что я учился в общем, вот такой музей и смотровая площадка. Спустились вниз, сейчас зайдем в торгово-развлекательный центр Фимол Сити, а затем отправимся в Лужники. Прогулялись по торговому комплексу, за это время стемнело, и сейчас мы отправляемся в Лужники на российский этап Кубка мира по скейтбордингу. Сядем на Московское центральное кольцо и проедем две остановки. Добрались до малой арены Лужников, пришли как раз к мужскому финалу. И сегодня решится судьба этапа чемпионата мира в Москве по скейтбордингу. Хочу отметить отличную атмосферу на стадионе и довольно большое количество зрителей. Как мне показалось, участники к финалу были немного подуставшими, и каких-то супертрюков мы так и не увидели. Но несмотря на это, впечатления в целом только положительные. Я немного потестировал экшн-камеру и поснимал слоу-моушен. Пусть немного издалека, но все же. Ну и в завершении соревнований победителю среди российских участников подарили вот такую буханку. Спасибо всем вам, кто пришел сегодня! Это был крутой, крутой день! На этом наш третий день пребывания в Москве подошел к концу. Увидимся в следующем, последнем ролике из Москвы. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Счастливо!